Современные лаборатории, технологии последнего поколения и новые инженерные системы. Этим оснастили лицей имени Александра Челбуна в Резине. Модернизировали учебное заведение в рамках проекта «Реформа образования в Молдове». Больше всего рады изменениям педагоги и учащиеся. Дотация селлор де класса ку табле интерактиве. Оснащение школьных классов интерактивными досками делает учебный процесс более интересным и занимательным и мотивирует нас стать лучше. Я рада, что ученики младших классов полностью воспользуются этими инновациями и горжусь, что мой лицей развивается в лучшую сторону. Нельзя отрицать, что именно такие инновации являются основой для более эффективного образования и создают более приятную среду для учеников. Lecțiile mele au devenit mult mai atractive și mai interesante. Мои занятия стали намного интерактивнее и интереснее. В любой момент урока мы можем открыть толковый словарь, найти информацию о жизни и творчестве великих поэтов и писателей, посмотреть экранизацию отрывков из великих литературных произведений. Filmele marilor opere literare. Полностью обновили и пищевой блок лицея. Его оснастили самым современным оборудованием. Все новое, хорошее и красивое. У нас есть посудомоечная машина, картофелечистка, морозильные камеры. Радуются изменениям в учебном заведении и родители. Они говорят, что интерес детей к учебе заметно вырос. Мы, родители, с нетерпением ждем, чтобы наши дети перешли на гимназический уровень и воспользовались технологиями последнего поколения. Я очень довольна и счастлива, что мой ребенок посещает именно это учебное учреждение. Проект инициировали в апреле 2013 года, а завершат модернизацию в декабре 2022. Мы акцентировали внимание на замене водопровода и канализации, инженерных сетей, сделали капитальный ремонт кухни и санитарных блоков, построили дополнительную котельную, чтобы обеспечить теплом все помещения. В лицее имени Александра Челбуна в Резине обучаются более 1000 детей. Он является одним из 23 бенефициаров проекта «Реформа образования в Молдове», который реализует Министерство образования и исследований и финансирует Всемирный банк.